Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась большая пресс-конференция главы региона. Наталья Комарова ответила на 37 вопросов от журналистов окружных и муниципальных средств массовой информации. Для участия в мероприятии заявилось больше 70 корреспондентов, фотографов и операторов со всей Югры. Губернатор рассказал об основных достижениях округа за последние 7 лет, общественном контроле, политических взаимоотношениях со сторонниками и оппонентами, обновлении команды губернатора. Однако первый вопрос прозвучал от юного телекорреспондента из Ханты-Мансийска. Школьник поинтересовался у Натальи Комаровой, как она все успевает. На самом деле, это я так отношусь к этому вопросу, времени на все достаточно, что ты хочешь сделать, что ты хочешь и можешь сделать. И вопрос только в том, собираешься ты это воплотить в жизнь или позволил себе в этот раз не напрячься или заняться другими делами, или посчитал, что тебе сегодня это не нужно. Вот, поэтому вот у меня такое отношение к этому вопросу, к вопросу о времени. Его достаточно для всего того, что человек хочет, может и должен сделать.